Сына в самой близости. Вот даже Николай, это кажущаяся видимость, что это далеко, на самом деле это очень близко. И сейчас глаза всего мира прикованы к городу Минску, где идут сложнейшие переговоры, связанные с тем, чтобы остановить кровопролитие и решать все проблемы и конфликты мирным дипломатическим путем. Вы, как никто, знаете, что такое война. Кроме горя, война никогда ничего никому не приносила. И как бы там ни было, выражаем надежду на то, что в ближайшее время огонь все-таки будет прекращен и начнется разумная действия всех мировых лидеров на то, чтобы любую проблему решать не за счет человеческой жизни. Слишком большая цена, которую каждый раз платят за то, что политики иногда не могут договориться.